Товарищи, неприятная новость. Да прям-таки. Забыла сумку в ресторане. Чи в кафе, в булочной. Да. Едем теперь смотреть. Тормоз держи. Едем смотреть, осталась ли сумка. Торможу. Практика вождения, как говорится. Что ты делаешь, Серж, заносит? Как ты думаешь, что-то эту сумку? Да, скорее всего, отдали. Ладно, кошелек здесь. А что было в сумке? Ближе подтянись. Расческа, я не помню, перчатки. Телефон и кошелек здесь. А в сумке расческа и перчатки. И сумка сама тоже красненькая. Зато сейчас быстро доедем. И что говорю? Давай быстренько домой кушать приготовим. Ну, не судьба. Ну, потому что повесила, она на стуле висит. Если не украли, а там ничего воровать, там такого ничего нет. Главное, что там документов нет. Сама сумка тоже. Ну, нифига себе, все конфетти куплено. Мягкая такая. Я по набережной еду, хорошо? Как? Что ты за мной прям едешь, дядя? Отпусти. Целуешь меня прям. Напишите в комментариях, были ли у вас такие случаи. У меня был случай в детстве, это было мне лет 5. Конечно, ехали в плацкарте, и я так любил свою бейсболку, шапку, они только с орлом. Вот это только начались, бейсболки такие. И вот это, где цепляются с скажи, за сеткой полотенца, я ее туда положил уже, знаете, перед выходом, когда уже сидим на голых шконках этих, да, в плацкарте, как они называются? В сидушках кожаных вот этих. Шконках, да. Как в тюрьме. Ну да. И все уже на чемоданах и ждем выхода. А я ребенок с этой кепкой положил, и мне же говорят, ты же не забудь ее, мы сейчас выходим. И так поезд и уехал с этой моей любимой кепкой. Попили кофе, блин, и... Можешь вырезать, если не интересно. Попили кофе, это что, попили кофе, до сих пор, да, ты кепку ты жалеешь о ней? Не, я просто вспомнил случай, что вот так вот игрался, положил и все, и ушел. Попили кофе с самсу или чем там, я уже не помню, и поехали. Кошелек, главное, очутился в руках. Слушай, такая дорога, что толпасит так камеру, что капец. Выключать. Как будто зритель орешки жует перед сухариками. Все, кто за рулем сидит, вот так вот она трясет. Да. Потом они разговаривают, когда они сидят. Просто ничего страшного. Просто интересно, сумка ушла или нет. Хорошая сумка, мне понравилась, блин. Ну как уверенно ты едешь. Не, ну а как, наверное, не уверенно да, ехать? Да, молодец. Мотив все-таки есть. Да не держи, мне это отвлекает. Да. Кому-то трясет, да, ничего страшного. Сейчас еще метров 300, будет еще лучше дорога, так что подождите немножко. Вот, уже получше. Эх. Да пускай оно в видео так не сильно видно, ради бога. Да. Конечно, что ты. Стабилизатор. Хороший стабилизатор для наших нехороших дорог надо. Все надо, такие затраты надо. Я столько не зарабатываю в Ютубе, чтобы столько тратить. Кто есть, так и есть. Люди столько денег тратят, блин. А некоторые... Команду целую нанимают. Команды нанимают операторов. Правильно. Операторов, маркетологов. А есть вообще никто ни хера не делает, бля. И 300 тысяч подписчиков. Женя, я говорю так, как я хочу и умею. Там тебя девочка смотрит одна, помнишь? Какая девочка? А ты говорила, там дочка, маленький ребенок. Ты нравишься кому-то, помнишь? Диана. Она уже большая, я больше 10. Я же не 7, не 8. Фу, разве... Так что раздерживала за этой сумки. Ну, пошел Женя. Мы уже увидели в окно, что она висит. Попила кофе, забыла сумку. О, какое время! Гляньте, висит сумка. Он, Женя, пошел, взял. Сейчас внутри проверит. А, ну там внутри что-то есть. Главное, что кошелек был у меня, да? Ну что там? Ну что? Тебе надо было зайти с камерой туда, потому что она реально на стуле висела.
Скажут, да ради бога, ну ничего, скажут, спешим что... просто. А им, вот, все, им все равно, они такие, ну, знаешь, они даже не заметили. Они даже не... Они-то ладно, на наши люди никто из нехороших людей. Не вызвал полицию, не нам, сказал, что нам там бомба. Назад и туда уехать, да? Да, чуть назад и влево, как и домой. Ой, боже мой, господи. Как быстро, хорошо, ты уверенно доехала, все, молодец. Не говори с переляку. Мотив все-таки, да? Все и не так. Алло, уже подумать. А такого никогда не было. Всегда кушала то, что дома есть. Никогда. Мы очень с ней любили рис просто с кукурузой кушать. Балована. Так, смотри. Пиши. Зеркальце. Рановато. Ну ничего, ты придешь из сцепления. А что ты делаешь? Не держи ногу на сцеплении. Дала. Оба. Четвертую. Плавненько. Быстрее. Сейчас будем кушать и готовить. Мешаем болеть по часовой стрелке. Ты против часовой мешай. Ты мешай. Я так не говорю. Я буду тебе говорить. А, и да? Ты ж помогаешь, когда я готовлю кушать, ты мне иногда, когда у тебя есть свободное время, ты же мне помогаешь. Да. Ну так. Куда ты, коробчонка, мужичонка? Куда ты мчишься, зайка? Зайка, не мчи, зайка. А, ну ты же Мерседес. Ты же Мерседес. Тебе надо мчаться, да. Ну давай, обгони меня. Только не бей. Притормаживай. Притормаживай, аккуратненько. Отпускай. Переходи, аккуратненько. Первый. Вторая, хорошо, я полностью не остановилась. Оба. О. Да что ты, дядя? Да, молодцы, чуваки, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Я молодцы, когда молодцы. Себе такую тачку куплю, тоже так буду ездить. А, херячить. Учись. Да учишь. Молодцы, молодцы. Чуть-чуть притормози. Ай, я раньше была. Не гони. 60, 70. Вот твоя. И не толкай, ты тяни. Это про руль имеется в виду. А ты бежишь сзади и толкаешь. Ты руль подталкиваешь. Ты тяни. Перебирать руками крепко. А не надо держать телефон, Жень. Так если он будет вибрация, будет неприятно смотреть. Ну, Нет. То есть ценить позавчерашний день, да? Позапозавчерашний. Что не так? Близко к той машине. Главное далеко от этих иномарок. Наташа, гайску, вот так, гайску, третью, гайску. Голубя девять не надо, голубь, тихо. Вот так, ямки объезжаем, тихонечко. Сцеплением себя не держим. Опять гайску. Четвертая, опа. Поехала, гайску. Проходим на нейтралочку. Опа. Ну и что дальше, дядя? Покажи поворот, он поймет куда ты. Все. Тетя, я ж могу тебя... Хорошо. Да меня просто пародировали, если кто не понял. Опа. На вторую, не перегазовываю. Опа. Газанула, третья. Итак, ты быстрее, по нарастающей. Все. Обороты посмотрела. На четвертую. Смотрим светофор. Далеко видим. Знаки. Смотрим. Зеленый. Мигает. Притормаживай. Все. На нейтралочку тогда. Оба. Своей полосы. Не надо вилять, Наташа. Вот так. Оба. Светофор, чтобы было видно. Как будто я так разговариваю. Не важно, как ты разговариваешь, главное, как ты доносишь это учение. Да. И смотрим, оцениваем ситуацию. Не надо вот это вот по сторонам. Птичка полетела, мужичок поехал, там девочка в юбочке пошла. Ты смотри на дорогу, оценивай все. Какой-то... Меня рядом не будет, что ты будешь делать? Ой. А пора. Ты ж хотела там море, Крым, Италия на Жигулях, да? Ты с кем ездила, со мной или не со мной? Где ты таксист? Действительно, я ж так не разговариваю, я ж говорю... Я так тоже не говорю. Я просто разговариваю вот так вот.
С какими-то маршрутчиками. Я, наверное, в натуре с какими-то так. Не надо спешить, сцепление не пережигай, не держи. Шансонами наслушавшимися. Ну ничего, прям шансонами. Мне тебя хватает без шансона. Держим, держим, не держи себя сцеплением. На вторую, оба. Это так ты ездил, когда меня учил? Смотрите, быстрее, ну что ты делаешь? Да, ну что ты делаешь? Кстати, я нифига сзади не вижу, Женя, что делать? Не смотреть назад. Я шучу, оба. Нет, нет, конечно. Притормаживай. У тебя боковые зеркала есть еще. Притормаживай. Наверное, это любовь. Запотели просто чуть-чуть. Да.